И всем любимого депутата, и все-таки хочется сказать еще раз. Мы сейчас благодарили людей, которые свое сердце и душу вкладывают в развитие города. Это одна, наверное, статысячная от всех жителей нашего города. Все, каждый из вас вкладывает частичку своего сердца и души, создавая ту атмосферу, в которой мы с вами живем. Это касается наших учителей, врачей, людей, которые занимаются благоустройством, строителей, предпринимателей, всех, кто готов участвовать в развитии города. И все, что окружает нас, все, что сейчас создает нам красоту и душевные отношения друг к другу, это вы, дорогие друзья. Спасибо вам большое. То, что каждый из вас болеет душой за город, делает все для того, чтобы он был самым лучшим городом Московской области. И он действительно самый лучший город Московской области. С праздником вас!